Зоопарк – то самое место, куда зачастую тянет всю ребятню. Дети наслаждаются летними каникулами. С интересом рассматривают зверей в вольерах и клетках. Сейчас, как никогда, есть возможность посмотреть на мохнатых друзей, которые обычно встречаются детям на страницах книг. Жираф! Ну, правда, его здесь нет, но мне показалось, тебе птицы больше всего понравились. Всякие орлы, орланы. Вот, и козочки очень понравились. Кролики. Кролики, а почему? Потому что они мне милые. Мне нравятся грызуны. Грызуны, а почему? Потому что они хорошие. Жираф. Жираф, на жирафе сидит. Не знаю, мы только зашли, вообще первый раз здесь. К сожалению, ожидания детей не всегда реалистичны. К примеру, жирафов и леопардов в симферопольском зоопарке нет. Но есть другие жильцы – пони, медведи, львы и верблюды. Что интересно, в крымских климатических условиях они чувствуют себя словно на курорте. Жару переносят легко, никогда не прочь поживиться гостинцами. А недавно самец и самка произвели потомство – маленького Мартына Басмачевича, который уже успел подрасти. Смотрите, вот у него же поднимаются, интересно, что у него поднимаются горбы. Это для нас хороший показатель, что мы ребенка кормим. А чем питается он? Сейчас он пьет молочко, пьет коровье 6 литров, он кушает овощную нарезку и запаренное зерно. Мартын – первый верблюжонок, который появился на свет в этом зоопарке. Чаще всего здесь рождаются кролики и птенцы. А в скором времени, возможно, появится и львенок. У взрослых львов недавно было свидание. Анастасия Калугина, Евгений Стариков, служба новостей и ТВ.